И едем дальше. А вот кофе тейк, смотри, тут кофе. Ну, можно посидеть вот тут, вот кофе попить. Я бы взял пончики. А знака вперед нету. Вон, светофор. Налево, направо, а вперед нету. Вот. Вперед и не надо. Почему? А, да, вперед. Волгу, что ли? Да. Здесь старые дома, узкие улочки. Эта погода вообще необъяснимая никем. Вот 5 минут назад было пасмурно, тучи, дождь. Сейчас солнце и все, и нет дождя. Ну что это такое? Ну что это такое? Типа давайте дождь обратно, да? Ну если что-то началось, то пусть продолжается. Так он уже все закончился. Он немножко покапал и передумал. Все, говорит, хватит вам. Так какой дом какой-то тут вот. Ой, какой домик старый тоже. Старые балкончики маленькие. Там, наверное, не будет видно, далековато там. Да не далековато, нормально. Вот тут старые красиво. Старые здания тут красивые. И деревья. Надо что-то погулять красиво. Да, вон там, где-то. Да, вот это да, это лейка там. Отсюда, смотри сюда. Фонтаны! А там пошли сходим, да блин, тут припарковаться. Смотрите, какие фонтаны! Видно? Смотри, как красиво! Там фонтаны и Стелла стоит. Ой, вообще круто! Так красиво! Я бы хотела, я люблю, когда водичка. Я знаю, что я хочу. Я хочу домой водопадик. Остановимся, сходим? Вон тусю. Ну я бы погуляла, честно говоря, вот на столе. Я прям вообще. Ну, я так же, тусю блин. Это. Тольятти, Москва, Сызрань. Тольятти, Москва, Сызрань. Это как тут? Это куда ехать? Знак. Знак. Да, посреди города знак Тольятти, Москва, ух ты. О, магнитные дома тут красные. А нас отгоняют! Ой, да пусть отгоняют, он, наверное, может поворачивать налево, видишь, он сюда сразу влево стал. А тут вообще непонятно, что когда горит. Галактионовская. Мы едем по улице Галактионовская. Вот люблю я вот такие светофоры. Старинные, хорошие. Я еду 20 километров, чтобы все вокруг посмотреть.
чтобы все вокруг посмотреть, 20-40. Да, а я хожу там пешком 2 километра в час. Здесь такие здания, вот слева тоже, смотри. Чего? Смотри, какие дырка здания в доме. Да, вот именно, да. Что? Зачем ее такие сделали? Дом свалится. Да, вот смотри, здесь образовательница. Вон, смотри, какой дырка. Дом. Внизу дырка, вот как так построили? Внизу а дырка. Чтобы он не упал. Арка, а прям дырка. Это вот как-то вот... Там должно быть 54 квинтриллиона колонн, чтобы выдержать просто эту дырку. Просто здесь вот необычные такие здания всякие разные. И интересно посмотреть. Вырастут. Поэтому я еду медленно. Да, и тратим время. Ёлки-палки. Пятерочка. На-на-на. Сейчас мы едем по улице Полевой. Сейчас будем пересекать проспект Ленина. Да? С левой стороны вот там трамвайчик. Где? Там с левой стороны трамвай, это проспект Ленина. А, вон там. У тебя лучше там протирается. У меня лучше? Да. О, капелька, капелька. Сейчас проедем прямо, проспект Ленина слева, мы поедем прямо дальше по Полевой. По улице Полевой. Ну ты прям гид. В Самарской области, а да? Хи-хи. Опять храм. Ой-о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 й. Это здесь какая-то пробка непонятная, я что-то не пойму. Ну я тоже тут не пойму. А, три полосы, а вот встречный что ли нет или что? Столб. А вон по рельсам прям едут мы. А они едут, мы-то вперед. А у нас красный смотри, светофор. Трамвайчик пятый. Где? Это пятый? Ну, номер пять. А где ты? Дождик опять не часа. Вот, смотри. Номер пять. 744. Ну, там было 5. 744. Ой, с этим. 745. 745. Не, пятерку я не вижу. Закрою. Ой, что это такое? Да, там колонка, воду набирают. Где? Синенькая такая, там колонка. Это колонка? С ведром набирает воду. Это как в деревнях колонна. Ой, хи-хи, паровозик. И трактор.